Если говорить про Макдональдс, в свое время и я ходила очень много со своей семьей. Но вы знаете, Макдональдс уже себя изжил, изживает. И в сегодняшней ситуации, мне кажется, что тут есть политическая подоплека, и мне бы этого не хотелось. А вообще я хочу сказать, что не надо в продукты и, как я говорю, в кулинарию включать политические мысли.